Во Владивостоке на финишную прямую выходят работы по ремонту дворов. Об этом в ходе рабочей поездки по Советскому району доложили главе Владивостока Константину Шестакову. Мы отслеживаем ход выполнения. Вот, например, на территории прилегающих к домам по улице Кирова 32, 34, 36, 38 работа действительно уже такой высокой стадии готовности. Вместе с жителями посмотрели и сделали несколько акцентов на нюансах, которые важны. Также в числе адресов, которые мэр посетил с проверкой, дом номер 30 на улице Давыдова. Здесь сложилась крепкая инициативная группа жильцов. Они активно участвуют в проектах и конкурсах по благоустройству. Сейчас в их дворе начинаются работы по ремонту дороги. Как сказал глава города, участие жителей в проектах по благоустройству – самый действенный механизм. Сейчас мы с ними проговорили о будущем. Они заинтересованы в том, чтобы на будущий год податься на конкурсной основе уже в проекты ТОСовские конкурентные. У нас есть такой общий проект. Проект называется «Дорога в 60-ю школу». Мы как раз со всей территории Давыдова формировали дорогу, которая вместе с тротуаром, которая безопасно может детей довести до той калитки или тех ворот, которые вот сегодня являются основными. Константин Шестаков во время встречи с жителями Советского района рассказал о планах на дорогу от второй речки до мыса Кунгасного, которая решит транспортную проблему. Также глава обсудил вопросы ЖКХ, упорки дорог в зимний период, ремонта теневых навесов в детских садах, строительство новой школы в микрорайоне Снеговая Пать, ремонта пришкольных стадионов и другие. Анна Дьякова, новости на Восьмом.